1 сентября – это не только первый школьный звонок, но и первый спортивный звонок. Допустим, здесь мы можем покачать пресс и сделать отжимания, посмотреть, как далеко мы прыгаем, сделать подтягивания, повисеть на брусьях, хоть что угодно. И сразу же мы видим дирекцию спортивных сооружений. Они предлагают разные секции абсолютно для всех желающих. Плавание, футбол, баскетбол, фитнес и пулевая стрельба. Дирекция спортивных сооружений готова принять больше 1000 детей по 5 направлениям. Два красных зонта притягивают многих родителей и детей. Лишь за 2 часа так называемой выставки больше 100 ребятишек нашли секцию по душе. Все в одном месте, вам нет надобности куда-то ехать. Желающие записаться заполняют анкетку, которую впоследствии обрабатывают менеджеры, составляют графики занятий. То есть занятия по тому же плаванию в бассейне проводятся на протяжении 12 часов, то есть начиная с утра и до вечера. Всего в центре города собрались больше 1000 юных горожан и их родителей. Разброс секций поражал. От хоккея до ментальной арифметики и робототехники. Сегодня вот очень рада, что здесь оказалась. Очень много, вижу, что очень много спортивных школ. У меня сыну 12 лет, дочке 6 лет. И я думаю, что и сыну, и для дочки есть занятия достойные. Куда хочешь записаться? На гимнастику опять. Очень открытые палатки идут. Можно подойти, посмотреть, попробовать где-то себя. Но мы еще пока что ищем. Мама хочет меня, ну, куда-нибудь тут из этих кружков записать. Может, на стрельбу пойду. А папа хочет, чтобы я на бокс пошла, училась драться. Никита Суханов, Федор Модунов, телекомпания АТВ.